Всем привет! С вами Таль Шахар. Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. И я очень рад, что вы являетесь подписчиками. Если нет, рекомендую сделать это прямо сейчас. Вспомнил сегодня про своего заклятого друга Олега Пермякова и решил взглянуть, как обстоит дело с его новорожденным детищем знает.инфо. Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, Олег Пермяков умертвил своего 3-летнего ребенка по имени прав.тв. Ребенка, который обещал расти, ребенка, который просто был обречен на успех. Тем не менее, 3-летний малыш по имени прав.тв усоп, даже не познав всей отцовской любви, и на свет появился знает.инфо. Давным-давно, думаю, что около года тому назад, как раз год тому назад, в эти самые дни, взахлёб ближайшее окружение Пермякова говорило, что подобное, кстати сказать, намного менее критичная диаграмма прав.тв никакого отношения к их чекам и к их успеху не имеет. Но, как мы знаем, прав.тв в итоге, простите, сдохла. И вот сегодня на ваших экранах посмотрите, какова ситуация у знает.инфо. Я сейчас увеличу экран, чтобы посмотреть, что просто корчится в конвульсиях, в каких-то судорогах страшно. Был такой мощный взлет, посмотрите, где-то в районе августа, посмотрите, такой выстрел ракеты, но эта ракета упала резко, потом еще немного приподнялась и теперь стабильно падает и падает и падает вниз. Ну что ж, Пермяков, ты просто мастер убивать все то, куда ты заходишь. Я горжусь тобой. Ты просто мастер отнимать у людей мечту. Ты просто мастер отнимать у людей надежду. Ты просто мастер заниматься разорением. Я думаю, что пройдет еще немного времени, быть может, не так быстро, как хотелось бы очень многим. И знает инфо. Тоже придется Пермяков тебе умертвить. Но потом придет уверен.ру, все знаю.ком и я крутой, не знаю, .тв. Но это все будет система развода. Развода людей на деньги. Тем не менее, сегодня мы видим то же самое, что было ровно год назад, но в более критичном положении. Я думаю, что нужна искусственная вентиляция легких. И вы скоро увидите, как эта искусственная вентиляция отразится на вот этой диаграмме. Ну что, Пермяков, желаю тебе удачи. Спасай искусственными методами свое чадо. Если ты и второй раз похоронишь свою суперсистему, суперкрутую систему, которая может делать уникальные вещи, как ты рассказывал всем нам, то, наверное, эта система никуда не годится. Всем пока! С вами был Таль Шахар.